Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Сейчас я вам хочу показать, как я готовлю огуречную грядку для посадки огурцов. Вот такой наш огуречник. Здесь я сажаю 16 огурчиков, 16 кустиков огурцов. Высотой он 2 метра у нас. Такой вот. Это наш огуречник. Ну все, друзья, сейчас я вам покажу, как я в этом году буду сажать огурцы. Так, для этого я делаю вот углубление. Углубление делаю. Так, сейчас я возьму ведерки. Углубление должно подходить под майонезное ведерко. Вот так вот. Туда я его как бы вкручиваю. Так, сейчас я его прижму здесь, зафиксирую. Так, первое. Вот у нас 4 секции, и в каждой секции как бы по 4 огурчика. По 2 с каждой стороны. Так, вставляем ведерко. Прижимаем. Так, все, последнее ведерко. Засыпаем вот так вот вокруг, прижимаем. Так, и в этом году я придумала вот такую вещь. Я здесь замочила солому. Видите, вот она. Видно, что вода. Угу. Вот, водичка. Сухой соломы неудобно делать. Я вот придумала немножко солому размочить. И мокрой соломой очень хорошо фиксируется. Как бы решила я в этот раз положить большой слой соломы. Так вот, теперь мы ее будем так здесь прижимаем, делаем красоту. Чтобы вода, чтобы земля не сохла, чтобы сильно не испарялась влага. Вот так вот. Делаем вот такие гнездышки. Так, и четвертое наше гнездышко. Я сама не ожидала, что мокрой соломой так удобно работать. Да, не пушится получается. Да, не летит, не пушится. Угу. И она хорошо вот фиксируется. Так, ну вот, друзья. Как бы я сделала. Такие эти. Вот теперь вынимаем ведерко. Здесь вот. Так вот. Вынимаем ведерко. Так. Получается вот такие хорошие
гнездышки. Так, сейчас я принесу перегной. Так, вот я принесла перегной. Закладываем сюда. Немножко его утрамуем. Потому что после полива она немножко осядет. Так. Здесь вот у нас удобно, здесь вот вывели сосок специально для поливки огурцов. Так, сейчас я беру фитоспорин. А водичка теплая или холодная? Теплая, это у нас вода, вывод с этого, с колонки из дома. То есть вы все поливаете практически теплой водой? Да, да, мы поливаем все теплой водой. И вот полтора колпачка фитоспорина сюда я наливаю. Сейчас я теплой водичкой пролью эти лунки. Так, водичка набралась у нас. Так, вот сейчас я беру вот такой крепкий заварки получилась вода. Тепленькая, хорошая водичка. Сейчас я вот проливаю вот эти луночки фитоспорин. То есть по одному ковшу на одну луночку, да? Ну, пока да. Литровый ковшик. Литровый. Ну, пока так. Там уже посмотрим. Сюда я буду сажать это просто проклюнувшиеся семена. А потом я вам покажу, как я посажу. У меня там один огурчик есть, вот я специально оставила. Вон там. Я вам покажу, как я его посажу тоже. А так, здесь у вас навоз или все-таки перегной? Нет, какой навоз? Навоз чистый нежелательно сажать. Это перегной. Это вот еще как раз перепревший, перегнивший, перебродивший навоз. Нечистый. Нет, нет, не чистый. Это все-таки перегной. Так, вот огурчик берем с хвостиком. Закладываем вот так аккуратненько. Делаем луночку. Углубление, вернее всего. Так, вот еще у меня проклюнувшийся. Кладем его сюда. По одному, да? По одному. Они хорошо проклюнулись. Ну, если уж не выйдут, то придется пересадить. Но мы будем надеяться, что выйдут. Так, и вот сюда сейчас еще один. Так, где у меня еще один был проклюнувшийся? Здесь вот у меня лежит конский перегной. Ой, не конский, а говяжий перегной. А вот сейчас я буду засыпать конским перегноем. Вот так. Потому что здесь, подожди, что-то крупный этот. А здесь практически опилки они вот. Они влажные, потому что сверху больше я уже поливать пока не буду. Как бы перетирая вот влажными опилочками, я присыпаю. Это вот конский. Вот конский он вот такой, опилки. Перепревшие, потому что этому перегною конскому очень много лет. Вот так сверху. И поливать я уже не буду. Просто вот так притрусываем. Слегка. Вот, друзья, сегодняшняя моя работа. 4 огурчика у меня пророщенных были. Это как бы салатные. Пораньше есть от. Остальные я посадила просто проклюнувшимися семенами. Ну вот так я посадила в этом году огурцы. Ну все, пока-пока. До свидания.